Новый импульс развитию бизнеса в регионе. Рязанским предпринимателям упростят доступ к кредитным ресурсам. Поддержит бизнесменов Федеральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства. Во вторник соглашение о взаимодействии подписали губернаторы Олег Ковалев и генеральный директор корпорации Александр Браверман. Приоритетными для нас являются направления высокотехнологичные и направления, которые являются импортозамещающими, направления, которые являются базовыми для несырьевого экспорта. Что касается высокотехнологичного сектора, то специальные финансовые отношения в виде специальных финансовых продуктов, как то продукты кредитные, гарантийные, страховые, совершенно очевидно требуются. Малый и средний бизнес теперь сможет получать как финансовую поддержку, так и информационно-маркетинговую, правовую и имущественную. Получить эти услуги несложно. Достаточно визита в многофункциональный центр. Эти центры должны облегчить предпринимателям доступ к финансам, помочь с лизингом и обучением. Олег Ковалев отметил, что соглашение имеет стратегическое значение для региона, потому как в общей численности занятого населения каждый третий трудится в малом и среднем бизнесе. Доля объема продукции, товаров и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, составляет свыше 30% в валовом региональном продукте. В регионе много делается для поддержки малого и среднего бизнеса. Вот за период с 2008 года по 2015 год на эти цели было направлено 2,2 миллиарда рублей. В рамках визита Александра Бравермана обсуждались и вопросы развития фармацевтического кластера в регионе. Его центром станет одно из крупнейших предприятий отрасли. Есть рынок, гарантированный сбыт, есть производство, есть оборудование, есть помещения, есть люди. Все складывается. Конечно, это дорога с двусторонним движением. Здесь необходимы большие усилия со стороны региональной власти. И, безусловно, нам нужна поддержка агентства, которое возглавляет Александр Арнольдович. Поэтому будем работать. Высокие технологии, курс на импортозамещение, создание новых рабочих мест, в том числе и высокотехнологичных, где смогут работать выпускники рязанских вузов. Все это является перспективой для развития крупнейшего в стране фармацевтического кластера, реализация которого начнется в ближайшее время.